три ямки выкопаны. Вот так вот, три приямка. Бьем, значит, в этот приямок 3 метра штырь, в этот приямок 3 метра штырь и в этот приямок 6-метровый штырь. Заземление компании ZANS. Это сталь обмененная, 14 миллиметров в диаметре штыри. Здесь у нас 6 метров, здесь у нас 3 метра. Сейчас забиваем еще один 3-метровый сюда. В общем, штыри у нас забиты. Сделаем замеры. Итак, первый 3-метровый штырь у нас подключен, разнесен на удаление, равное заглублению. И сейчас мы будем делать замеры. Заземление компании ZANS. 14,2 Ома для 3 метров. Это очень хороший результат. Для замера 6-метрового штыря все готово. Разнесли на удаление 6 метров первый штырь и от него 6 метров второй штырь. Сейчас проведем замеры, посмотрим, какие будут результаты. В принципе, на 3 метрах 14,5 Ом это уже неплохо. Посмотрим в глубину, будет ли больше или нет. Ом. В принципе, для дома с газом можно было оставить только 6-метровый штырь. Но мы сейчас сделаем такой тест. Мы объединим 2 3-метровых штыря, чтобы посмотреть, будет ли показатели в общем 2 3-метровых штырей меньше, чем 1 6-метровый. Погнали. Это 2 3-метровых штыря. Мы соединили с помощью изолированного провода 16 квадратных миллиметров. Обжимали наконечниками, чтобы прижать его плотно. Вот, и теперь выполним замеры сопротивления. Семь с половиной Ом. Итак, здесь 6-метровый штырь показал 5,5 Ом и 2 разнесенных штыря 3-метровой глубины показали 7,5 Ом. Сейчас прокапываем для стальной полосы обмеденной. Полоса соединяется со штырем с помощью муфты, после чего изолируется и засыпается землей. Выполнили заземление. Значит, здесь у нас 3 штыря, то есть это классический треугольник. Получается, здесь штырь 3 метра, здесь штырь 3 метра и здесь 6-метровый штырь. Сюда у нас выходит стальная полоса обмедненная. Выполняем измерение. Сейчас посмотрим результат. Заземление компании ZANS. Это сталь обмедненная, 14 миллиметров в диаметре штыри. Так, тут у нас как раз прошли измерения. 3,83 Ома. Получается 10 метров вот такой полосы и 12 метров штырей.
В сумме все это дало 3 ома. Но я считаю, что если бы мы били вглубь, добавок к 6-метровым еще, допустим, 6 метров, то показания были бы ниже.